На вооружение военно-морских сил Казахстана поступил ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау». На судне подняли флаг ВМС, пожелав команде 7 футов под килем и попутного ветра. Мои коллеги подробнее. На вооружение военно-морских сил Казахстана поступил еще один корабль «Мангыстау». Судно было построено на Уральском заводе. Разрабатывать проект корабля начали 2 года назад. В апреле 2017-го судно сошло со стапелей. С того периода по настоящее время проводили швартовые испытания, ходовые испытания и уже государственные испытания, приемку осуществляли. За время приемки корабль показался с наилучшей стороны. По заявленным своим техническим характеристикам он оправдал свои возможности. На новом судне, помимо стандартного для такого типа кораблей вооружения, имеется и опускаемая гидроакустическая станция, способная обнаружить диверсионные силы противника. Основное вооружение – это, конечно, АК-306, 30-миллиметровая пушка носовой части. Также на нем зенитно-ракетный комплекс «Арбалет». Корабль «Мангыстау» водоизмещением 250 тонн может находиться в море до 2 недель. Уже с нового года он отправится в свое первое боевое дежурство. Ольга Золотых, Ринат Дусалиев. Итоги дня. Мангыстауская область.